22 июня. Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Всему миру известна трагедия Хатыни. Тростенец, Красный берег, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Насмерть стояли пограничники, сражаясь в полном окружении. До последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. В тылу земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла принесли освобождение от коричневой чумы и долгожданный День Победы. В трудные для Отечества дни мы черпаем силы в памяти о великом подвиге, в стойкости наших отцов и дедов, в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, мертвые и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. На Беларуси минута молчания.